вышли на поле с первых минут в этом матче. Месси и Дани Алвес отсутствовали у Титы Виланова в основе в этот вечер. Месси травмирован, Дани Алвес отправился в расположение национальной сборной, а все остальные лидеры Барселоны играли с первых минут. Ну и посмотрите, как здорово Монтойя приложилась к мячу. И такой хлесткий удар у него вышел в дальний угол.